Чай, сахар и немного героина. В Подольске полицейские задержали 30-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотиков на территории Московской области. За что задержано? За наркотиков. Что вы делали с наркотиками? Продавали? Сбывали? Нет, теперь дал и продал. При личном досмотре у злоумышленника изъяты два полимерных свертка с порошкообразным веществом серого цвета. По результатам химического исследования изъятый порошок является наркотическим средством героином. Общей массой около 4 граммов. Так, понятые, вот видите, собака обозначает. Да. В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли более 1 килограмма героина. Это чай с сахаром и немного героина там. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.